Приветствую всех любителей ММА. Во время последнего турнира UFC в Гданьске произошел небольшой инцидент. Конор Макгрегор поехал в качестве зрителя поддержать своего друга Артема Лобова, который дрался против Фили. Макгрегор решил стать четвертым угловым для своего партнера, давал советы Лобову во время боя, расхаживал вокруг клетки, что запрещено даже для угловых. Рефери боя Марк Гурдет не промолчал и велел чемпиону легкого веса вернуться на его зрительское место, так как чемпион многое стал себе позволять. Я вмешался, потому что Артем получил четвертого углового, который давал ему инструкции. Это запрещено. Что если бы Конор подсказал ему сделать то, что привело бы к досрочной победе? Тогда что? Конор вел себя как четвертый угловой. Более того, он ходил вокруг клетки, когда и где захочет. Это несправедливо и запрещено. Я не буду позволять такого. Он не может делать то, что ему вздумается. Если бы Конор остался на своем зрительском месте, он мог бы кричать столько, сколько ему вздумается. Это он и должен был делать. Те, кто знают меня, знают, что я делал так всегда, в любой стране, в любой ситуации. Мы не можем позволять такое. И да, кстати, после этого замечания Макгрегор стал вести себя поскромнее. Однако все равно его попытки помочь Лобову закончились ничем. Лобов проиграл решением Фили. И да, как вы знаете, Лобов обещал бой за биту Магомед Шарипова, но в интервью он просто пожелал удачи нашему бойцу и извинился перед ним, что после проигрыша Лобова теперь этот бой, наверное, ему будет неинтересен. Но все равно пожелал ему удачи в дальнейшей карьере и высказал ему свое уважение. Ребята, большое всем спасибо за поддержку. Я вас очень всех благодарю. Забит. Извини, конечно, что сегодня у меня не получилось выиграть. Поэтому я думаю, наверное, теперь наш бой с тобой не получится. Но все же я тебе желаю успешной карьеры. Ты очень хороший боец. Мне очень нравятся твои бои. И, в принципе, именно поэтому я и хотел с тобой встретиться. Потому что я никогда легких путей не ищу. Ну, как я уже сказал, желаю тебе всего наилучшего в Шанхае. Надеюсь, ты выиграешь этот бой для нашей страны, для России. Большое тебе спасибо. Да и вообще, Лобов задумался о своей дальнейшей карьере бойца. Не уверен относительно будущего. Не хотел бы 1000 раз завершать карьеру и возвращаться. Нужно подумать о будущем и принять решение. Всем спасибо. Пишите ваше мнение по поводу поведения Конора Макгрегора. Позволяет ли он себе лишнее, либо так и должен вести себя чемпион. А также ставь лайк и подписывайся на мой канал, чтобы не пропустить мои новые выпуски. До встречи.